Продолжаем прослушивание первого тура. И сейчас на сцену выйдет Эдуард Даян, ему 12 лет. Эдуард из Армении. Обучается в Ливанской национальной высшей музыкальной консерватории. Его педагог Артур Робертович Тер-Оганесян. Глиер, романс, сочинение 3. Дриго, вальс, блюэт. Концертмейстер Людмила Усова.
Завершил свое выступление 12-летний Эдуард Даян из Армении. Он обучается в Ливанской национальной высшей музыкальной консерватории. Его педагог Артур Тер Аганисян. Итак, уважаемые судьи, прошу вас оценки для юного музыканта. 12, 12, 12. 36 баллов получает Эдуард. Захар Нухимович, прошу, ваши впечатления от этого выступления? У вас высший балл, как у ваших коллег? Что я могу сказать? Я под впечатлением. Очень музыкальный, очень тонко чувствует разные моменты в музыке, все это передает, и чувствуется большое будущее. И поэтому высший балл. Прошу вас. Тоже несколько слов впечатлений. Пожалуйста, господин Карни. From the first minute I felt that this Boychuk has a musical soul. И с самого первого момента я понял, что этот мальчик имеет музыкальную душу. His sound production speaks for it. Само звукоизвлечение, само выступление говорит за это. And his technique is flawless, and I just love this performance, and I see his character and personality through his playing. И у него абсолютно идеальная техника, и я вижу его личность, его характер через исполнение. Виктор Викторович, вы тоже увидели, услышали музыкальную душу в этом музыканте? Прошу вас, микрофон. I absolutely agree with my colleagues, of course, and the points 12, it says something, tells something, yes? Я абсолютно согласен со своими коллегами, и, конечно, балл 12 о чем-то говорит. Просто под большим впечатлением, как и мои коллеги. Поздравляю его и желаю ему большого-большого будущего. Я уверен, что будет у него. Мы, конечно, тоже присоединяемся к поздравлениям юного скрипача. А сейчас...